Здесь уже смотрится как это, какая-то, блин, халява, сказал. Ни хрена себе гора тут. Как на нее забираться будем? Ой, я вижу мамонтов. Кого? Мамонтов вижу. Чувак, ты на равнину, что ли, там вышел? Ну тут, а, тут походу равнины, да? Ой, там кто-то на них бежит. Мамонты дерутся с какими-то, с этими, с чуваками из леса. Мамонты побеждают. Но это не мамонты, это огромные свины какие-то. Сейчас, подождите. Главное, чтобы комар ко мне не прилетел. А, нет, это мамонты, мамонты. На равнину полезли? Нет, я в гору Не-не, я поднимаюсь. случайно зашел. Я сказал, надо идти на восток. Видишь, где я? Я просто захотел посмотреть. А, ну сходи, сходи. Что, портал-то стоит? Вы предлагаете прыжками туда забираться? Я Иктюру врубил, как бы, и все, и просто от камня к камню бегу. Ай, черт, промазал. Чувствую, я сейчас по горе скачусь. Че, неудачник. Пипец. Викинги прыгуны. А он решил, смотри, он решил дыру в скале прокопать. Нет, я делаю за зарубки, чтобы можно было, если что, где-то копить выносливость. Вы поднялись, все нормально? Ну, я почти поднялся, Рома уже там. Ну и что там есть? Да хуй его знает. Великое серебро. Так, где-то датчик работает. О, да, работает. О, вот здесь есть. Надо копать. Ну, я пойду пока портал возле босса тыкну. Ты его тыкай так, чтобы к нему пробраться не могли. У меня тут в прошлый раз волки его разрушили. Но не здесь, на другой горе. А я на самую верхушку тыкну. А. Тут еще где-то есть. О, нашел живу. Нашел. Ставьте где-нибудь рядом, ну, или не знаю. И что, все работает, душка? Да, работает. Может, это глюк просто был.
Ой, тут какая-то... Ой, душка заработала. Вау, вау, вау. Тут башня какая-то каменная. Сундук с деньгами. Ё-то. Ты прям серебро нашел? Угу. Вот это? Оно? Угу. Вау, 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 вау. А ее чем? Ее надо железо, да? Ну, это да, я пока просто раскапываю обычно. Много, говоришь, серебра надо, Ром, да? Рома? Да. Много, говоришь, надо серебра? Достаточно. Нам гости. А в МВО вышел новый патч, который изменил баланс полностью. Что это значит? Ну там просто лютый редизайн дамага. То есть все наши конфиги, можно сказать, выкинуть можно. Ну да, мета изменилась. Там уже вышло огромное интервью с Волкодавом на эту тему. Серьезно? Да, да, там. Что говорить? Ну, они обсуждают как раз, что поменялось, какие вещи теперь работают, какие не работают. Ну, короче, ну так потом... расскажи, что в двух словах, если помнишь. Ну, они да. бафнули все то оружие, которое не работало. А какое не работало? Ну, какие-нибудь там... Пипцы? Нет, пипцы как раз работали. Они бафнули клановские медпульсы. Они бафнули вообще ларч-лазеры. Теперь конфиги на ларджах очень, очень популярными станут. Вообще в основном... О, еще одну жилу нашел. Они в основном бафнули те вещи, которые, ну вот типа там... Все микролазеры, small лазеры и прочее, все. Даже их недавно нерфили же, как бы сказали, что типа конфиги там с сетью микролазерами просто были такими адскими этими, они их нерфили, нет? Нет, не было ничего такого. Наоборот, все было. Новые были, там, не знаю, пираньи были. Наоборот. Гаргульи были. Да, да, да. Не, не, они гаргульи... Слушайте, а у меня я вылетел с сервака. Серьезно? Да, вообще вылетел с сервака. У меня мигала какая-то кнопочка, типа подключение, пиздец. Нет, это все. Ну, последние два года это все не работало, все, о чем вы говорите. Но это было раньше. Это было там. Работали типа... котики на. Это было года 3-4 назад. Вот то вот гаргульи эти. С 12 микролазерами и так далее. Вот, сейчас они снова заработают. Их сейчас снова. Я пока загружаю яйца в этот. Болтает. Mm. То есть ты хочешь уже прям вызывать его, да? Ну да. А как сухопутным крысам не понять, что такое попутный ветер тогда, когда он вам нужен? Окей. Окей, бро, как скажешь. То есть он хочет закончить играть в Valheim и просто сказать, типа, чуваки, ну все, мы тут все прошли. Не, ну, я с другой стороны его могу понимать, потому что, ну, как бы, сколько мы уже часов не играем. Ты-то я вообще 120? Не представляю. Да больше. Примерно 120 мне подсказывает. 120 часов уже, ну это пиздец. Ну то есть... Поэтому я предлагаю перебраться потихонечку в Авориан. Я понимаю твою увлеченность, вот, но у меня там еще Monster Hunter Rise на подходе. Да, Авориан не требует такого гринда, он более размеренный.
А, еще ты там можешь построить себе армию дронов, которые будут копать вместо тебя. Это приятно. Так, а где в итоге этот-то? Алтарь. Мне надо, чтобы вы пришли и начали через свои серваки вытаскивать серебро, которое тут нафармлено. Потому что я уже фул. И тут просто серебро лежит как бы просто россыпью. Или камень, я даже не знаю. Надеюсь, что серебро. Матерь. Окей, матерь так матерь. Доставь его пока, пойдем матерью бьем. А вы нашли все три яйца? Я уже второе тащу. Ну, у меня одно лежит на хабе. Я его не перетаскивал в... нам еще, я не успел. А то мы тогда бросили с тобой на той горе. Я приносил два яйца вообще-то. Лёх, пойдем к нему. Если кто может, сбегайте за стрелами. Тут портал под восьмеркой рядышком. Рядом с тобой? Да. То есть у нас в портальной комнате называешь портал 8 и прыгаешь сюда. Ой, твою мать. Блять, меня убили. Как? На меня напали одновременно волки и скелеты. Волки же изи. Ну, когда их много, не очень. Да ладно, три, не проблема. Слушайте, нужно, видимо, мне помочь. Бахни банку. Поставь метку на свой труп, на всякий случай. Она у него и так горит. Нет, если он умрет еще раз, она переместится. Мне кажется, у него две метки. Нет, одна будет. Так, мне бежать в сторону Ромика, да? Ром, к тебе бежать? А я сейчас портал немножко передвину, а там нашел более удобное место. Тогда я пока не буду передвигаться, пока нет портала. Ну так и же, прыгнешь через базу. А где ты там откинулся, АМД, чтобы я нашел тебя? Недалеко. Я вот уже, блядь, я туда бегу. Голышом? Да. Ок. Ой. Что, второй раз? Да. Метку поставил? Нет. Угу. А я говорил тебе? Не поставил. Так. Дайте мне кто-нибудь свою одежду. Я... Потому что ли банки кончились? А, там есть защита от холода, точно. Да.
Я возле какого-то из трупов Десика. Которая. У тебя труп рядом с башней с каменной был. И ты не смотрел по сторонам, когда умирал. Во, волки вижу, бежит. Да, 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 вот там, где волки, там и я. Да, да. Клеил сразу. Ой, это не здесь. Я там, где Лёха стоит. Во-во-во-во, там еще этот. Треск какой-то, что там светится у меня светлое. Ты что за хрень? Это гнездо. Вот труп Макса. О, голенький наш бежит, смотри. Морж. Норвежский. Та-дам. Одевайся, не прикрываем тебя. Так, все, я готов. Пожри там. Ну что, куда? Пожрал. Портал уйдем? Куда? Переименуйте портал на базе в восьмерку. Переименовал уже. Не XP, а тот, который в домике. Да, да, да. Надеюсь. О, спасибо. Можно зайти проверить. Да я это только что. Я два раза телепортнулся сюда по нему. А, ну в принципе, да. Если он уже телепортировался сюда, то значит у него. Нужно будет стрел взять и починиться. Макс, регинишься? Mm? Регинишь выносливость? Mm-hmm. Да, эта гора однозначно больше, чем та, которая. И у Макса была первая, и которую я нашагил. И так, а где портал? Я сломал тут портал, я сейчас его переставлю. Блин, ну ты молодец вообще. Куда бежать-то? Ко мне. Тут драконы. Пок. Тут волкам ломил. Пок. Пок. Ты же не откинешься от маленьких дракончиков? Не должен. А где эта круглая штука, которая мне понравилась? Блин, она где-то тут рядом была. Такая круглая яма. С лестницей вниз. Камни вам обложенные. Стоп. Я возле камня, а не возле алтаря. Вот и утро наступило. У нас, кстати, на босса нет ни нормальной жратвы со змея морского, ничего. Сидем на каких-то колбасках придет. Каких-то?
Куда бежать-то? О, во. Нашел. Ко мне. Рядом с боссом? Да. А босс у нас будет дракон. Да. Он его будет дамажить один Робин, потому что у него уже луки 60, а у нас Насос Петрович. Почему Насос Петрович? У меня 50. 50? Васёк, ты чё пришёл? А у меня сколько? Луки. У меня 18, народ. Не может такого быть. Очень может быть. Там много умирал. Знаешь, когда ты строишь высокие стены крепости... А, ты имеешь в виду это... скилл. Да. Скилл у меня 26. И чего, где портал? Внизу? Да. Кошкин кот. Ну, нормально спрятал? Ну, видишь, ему не придут. Ну, смотрится. Ой, с этим предметом вы не можете телепортироваться. Сундук скинь. Что-то не могу. Труда. Да. Ну что, берем обсидиановые стрелы. Чинимся. Получаем баф. Какой баф? Отдыха. А, слушай, еще же на защиту можно это поменять и к тюру сходить. Да. А у тебя нету телепорта рядом с этой? Есть. А как он называется? Святилище. Святилище 7. А все уже тут? Я, да, на базе. Я на святилище схожу. Ну, мы, да, все сходим. Всем же надо. У меня кости. Баф. Я почему-то на восьмерке оказался. Я почему-то на восьмерке оказался. Ты переименовал портал? Да. А переименуй его обратно, пожалуйста, в 8, чтобы я вернулся. Заходи. Спасибо. Так. Переименовал. Так, ну чё, пускай мне тоже баф получить на это. Семёрка? Семёрка. Да, я был прав, всё работает. Так, где у нас рога? Что, готово? Нет, сейчас мне починиться надо. Я на стрелы взял, Макс? Mm.
маловато, конечно, их тут осталось мне. Ну давай я поделюсь, у меня сотка. Просто было всего 220. Ну положи сколько, там сколько-нибудь. Давай, полпоски. Ну, я все равно, как бы, 40 давай. Можешь положить. На пол кидаю. А вон туда, к стрелам. Да, к вот стрелам. Я тоже кинул. Ну, передо мной на пол лежат. Что, нормально? Спасибо, да, нормально. То есть идем без змеи, там рагу змеи одно валяется, я не знаю, возьмите кто-нибудь. Так, под атаки не попадать, потому что будет холодно. И вы не сможете дальше выворачивать. Как бы прячете за текстурками. Когда садится, нужно блочить. Она будет ползать и бить. А зелье от холода не спасет, если блок, если можно бахнуть дополнительно. Я сейчас притащу 3 штуки сюда в сундук кину. Так тут есть. Я взял 3. Mm? А, нормально. Мне захватить, а то я портится. Я взял уже его. Все забрал? Угу. Положи в... Кстати, все лучше не стоит, лучше 3 оставить. Потому что если рипнемся... Половину да, лучше оставить. Ладно, хорошо, да. Я оставляю половину. Возьми нам по одному. Хватит нам, мне кажется. Что там, она 10 минут висит, блин. Если мы за 10 ладно, минут... Ладно, хорошо, все, я все взял. Вы третье яйцо-то взяли? Тут в сундуке валяется. Сундук положите. Морозостойкие. Сколько-нибудь, я возьму там. В сундуке пусто. Я положил, там одна. Я ее уже сосрал. Так, а давай, давай я еще одну возьму. Положу. А у тебя есть с собой? Да, у меня еще одна есть. Ага, все, бухнул. Ну что, погнали. 10 минут она висит. Давай, вызывай. А, тут можно просто их положить, а потом активировать. Ну, где она будет? Справа наверху. Не мажьте. Я имею в виду, ну, если не уверены в выстреле, не стреляйте. Ой, а пока мелочи займусь, полетели. Все равно мне лучше хреново прокачать. Не надо. Забудь про мелочь. Мочи ее. Не трать обсидиановые стрелы на хрен пойми кого. Либо переключай на другие стрелы, когда стреляешь по другим. Да она сейчас быстро отлетит.
Бро, 400 гривен. Ой-ой-ой, там дядя злой пришел. Вот. Какой имя? Меня убили. Кто пришел? А, каменный голем. Она одним попаданием меня убила. Одним попаданием. Ну я пока побегаю тут. Сейчас прибегу. Че, может, голема пока разберем, Ром, или... Или босса бьем? Ладно, я пока по боссу тебе... Слушай, они над друг другом не загорятся? Нет, нет. Мелких драконов деревянными стрелами убивает. Слушай, а нет, голем на мне. Активируйте суперсилу-то, не забудьте. Я вот забыл. Ну пью, заморозил уже меня. Ёппара СТ накрыла на меня. Вот эти ее кристаллы, это пиздец. Дамажит люто. Причем я вроде сейчас убегал от них в сторону. Мелких отстреливайте деревянными стрелами. Сейчас я возьму как раз стрел. У нас тут есть, блин, только, блин, отравленные стрелы и все. Ну я пока под бафом, я ее нормально танчу. Забрал огненные и отравленные, все что было вообще. Простых вообще нет никаких. Под морозы столько. Спину ее мечом режу. Блин, 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 блин. По-моему, она застряла. Слезы скинь, Андер. Сейчас. Пошли трофей повешаем. Не поняла, где еще две? Должно было быть 10. Чего? 4. Всего 4.
Ну, их должно быть в сумме 10. У меня 8. Я одну сейчас подобрал, слезу. Вот, еще одна где? Кто зажучил слезу? Скидуль. У меня одна, я же говорю, я только что ее подобрал, когда вы их выбрасывали. Ну, вот кидай. Он. Чего, бросить надо? Да. А что ты с ними сделаешь? Это верстак. Да тут деревьев она тут нарубила. Ну чё, всё, в портал? Ну всё, да, четвёртый босс чё-то был каким-то... А трофей кто подобрал? Я подобрал трофей. Ну, сейчас пойдём повешаем. Соберите дров, что ли, бля. Тут такие кучи валяются. Аж жалко, что пропадают. Ладно, босс. Я собрал кучу деревьев. Так, вот. Кто-то к седьмому сейчас бросится, ну, в смысле, святилище. Давайте сейчас сделаем четвертое. А у кого голова? У меня, я слетаю. Все, вышел. Так это получается предпоследний босс. Доменная печь, мельница. На воде вас всегда ждет попутный ветер. Да. Удобно. Но не принципиально, я бы сказал. Так, сейчас для теста попробуем поставить доменку, посмотрим. Что она делает? Чего поставим? Доменную печь. А получается, равнина это последняя, да? Вообще пепельные земли, говорят, либо должны выйти, либо уже вышли. Новое что? Что там можно делать? Стол 10 железа и 20 камня. А у меня нет никакого рецепта. А у кого-то есть рецепт? Я тоже открыл. Сломай и поставь верстак по новой. А у меня открылось вроде. У нас железо есть? Нет. А то есть, если ты заходишь на верстак, у тебя там есть рецептор? У меня вот в ремесло появилась мельница, прялка. Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду на самом верстаке. Ну подойди. Нет, к нему. Открывали сети вроде. Нажми на верстак, подойди к нему и нажми на него. Не на этот, на новый, новый, который Рома поставил. На улице. Вот этот, нажми. У тебя там есть рецепт? Нет, крафт 0. Там будут новые рецепты. А у Рома есть? У Рома, может, тоже нет ничего? Нет. А, ну вот. Я это и хотел выяснить. Он просто открыл... Так, найдите 10 железа. У нас один сундук с железом, вот этот наверху, вот, посмотри. Там 4. Всё. Нужно 10. У меня есть. Слушай, на хате, наверное. Я знаю, как получить 10 железа. Ты хочешь что-то разобрать? Нет. Армированный сундук. Нет, только нет. Я его потом туда не запихну. Иди и копай в болото. Иди в болото. Ой, а что? Ты два поставил? Всего 2 железа. Подождите. А почему у нас два одинаковых вот этих стол ремесленника?
А? Сейчас передвинем. А зачем второй-то поставить? Да, просто чтобы возле него что-то построить недалеко. Так бы, он же как камнерез работает и прочая гадость. Место для хранилища говна. Так, нужно еще 6 железа. Рома, сходи на болото. Я смотрю, что тут можно разобрать. Не надо ничего разбирать. Опа, нашел. Тут много железа. Ладно, сделаем проще. Сейчас принесу железо. Давайте поспим. Можете пока отвалиться. Макс, ты спать пошел? Угу. Заценил мою новую кровать? Да вообще красота. Так, и что теперь получается? Надо ходить все равно, как бы серебро это проклятое добывать. А чем тебе не нравится серебро? Да не, ну я к тому, что нужно опять копать. Да, и железо нам нужно, по судя по всему. Тоже как минимум, не знаю, там стаков 3 на всякие ветряные мельницы, что там еще идет. Ну, сейчас доминку поставлю, посмотрим, что она делает. Черт. Не туда я телепортнулся. Но я подозреваю, что она работает лучше, чем вот эти вот печки. Уже все? Скипнули? Да, нас утро. Ну что, ты притащил железо? Да. Грузи в печь. Блин, нет, опять не поменялось, что ли? Да что такое-то? Или ты будешь доменку сразу ставить? Слушайте, я вам скажу, посмотрим, что она система делает. С одним порталом... Вот... Поставьте, вот, пожалуйста, сюда. Семерку на портале. Она кривая, на самом деле, система с одним порталом. Она... Потому что не всегда меняется. То есть, вот я сейчас поменял на восьмерку, а телепортнуло меня на 7. А теперь, поскольку там видимо, с опозданием меняется. Ну, надо 2 секунды ждать, да, восьмерка стоит. Теперь я не могу телепортнуться назад. Потому что надо ждать 2-3 секунды, чтобы портал успел перенаправиться. Нельзя прыгать сразу. Я поставил 7, заходи, что ты? Не так, что она делает там? Че, грузить-то куда? Сюда уголь 20. Она да, огнеметалл и черный металл делает. А, то есть мы не можем плавить как бы два металла в наших старых печках? Да. Сука, она больше размером, блин. Наша как бы коптильня такая уже не встанет, придется перестраивать так. Ну ты же только этого и хочешь. Ну, однозначно. Сейчас построю. Да, она больше по основе. Каменный цех поставлю. А что у нас со следующей постройкой? Ветряная мельница. Это для ячменя, скорее всего. Вот это для ячменя. Прялка для льна. Ветряная мельница для ячменя. Ну как бы такое. Доменка пока простоит, если что, потом передвинем.
хороший сундук армированный. Там... Вот всякие нахрен мотики. Ненужные вещи. Он же пустой стоял. Да, но туда как раз и складывали. Сверху. Отсюда. Я подозреваю, сюда нельзя загрузить простую руду. В смысле, какую простую руду? В смысле, в эту печь нельзя? Я сейчас попробую сюда загрузить простую руду. А уголь загрузил? Нет, сюда не засовывается. Руда не засовывается, а оловянная. Лезная. Да а не вот, кстати говоря, вот эта вот синяя хрень с драконов, она вообще нужна на что? Для стрел ледяных. Понадобятся они, да? Они неплохие. Ну, короче, все радостно убили четвертого босса. Вот, не знаю, для меня был самый прикольный второй и третий. И первый. Первый, потому что ходили в полных этих обносках, блин, и было непонятно, убьем, не убьем. Второй был какой-то такой... Эх, ребята, вы в Dark Souls вы не играли. А третий был жесткий. Репежные тут боссы. Да вообще, смешные. В Dark Souls, не ровня. Сказали, Dark Souls будет отдыхать, когда они боссов попают. Ага, ну пусть сначала сделают. Пусть сначала придумают нормальные механики для этих боссов. Да. Они бьет левой, бьет правой. Dark Souls это гениальная игра. Абсолютно. Я жду Elder Ring с нетерпением. Недавно прошел ремейк Demon's Souls. Тоже огромное удовольствие получил. Так. Где-то я профакатил жилу-то. Гробницу себе вырыл. Надо, а? Что-то прилетел ко мне опять. Там серебра до хрена валяется именно в самой этой. Ой. Накопанного. Давай, идите в жопу все. Опять ко мне пришло тут делегация. Что, склеили тебя? Нет, не склеили, но они прям хотят. Они... Они прикладывают усилия к тому, чтобы это сделать. Волки, драконы, два дракона, блин. Я засеял все поле репой, остаток сейчас засеиваю морковкой.
Вы прикиньте, а тут родильня у скелетов была. А, нет, нет, нет. Да сколько можно, что тебе надо? Ты чё приехал-то сюда опять? Не жилось тебе спокойно. Сколько можно? Тебе жалко, что я руду что ли выкапываю, а? Скажи, ты и выглядишь как гандон. Стоит мне начать рубить, прилетает гандон. Ну потому что ты шумишь. Уф. А он спал, по-твоему, все это время, да? Блин, дерево упало. Ни хрена себе отравленная стрела, блин. Требует 4 обсидиана, 2 пера и 2 жижи. На 20 штук. 4 обсидиана. Охренеть. Обсидиан вообще нелегко добывается. И он от яда, блин, 19.34. Хотя колющий маленький. Дианова и то больше. Ледяные стрелы, кстати, тоже обсидиан требует. Ну да. Короче, если делать стрелы, то тут как бы, то, наверное, делать лучше всего колющий 9.17, лед 19.34, отбрасывание. Да. Че, убили? Нет. Но были близки. Смотри, ты опять нашел этого? Ты откопал его, а он волков бьет. Нормально. Слушай, давай его закопаем и будем на него волков натравливать. Ну заманим его, давай в эту дыру. Тихо, я с ним воюю. Его киркой нужно копать. Киркой? Да. 1 с щитом и мечом блочит, а второй копает. Иду. Понял? Иду сейчас. Аргумент? Все. Кристальчики соберите, у меня там места не осталось. Вон вена
Можете ее раскапывать. Крайбина. Ну вон, серебро. Жила. А, тут? Я пойду схожу. Так, блин, место спавна босса не раскопайте. А чё? Да нафига он нужен? Ну, я хочу еще у себя на сервер поставить. А я что-то замерзаю, я что-то умираю. Ты потому что влажный. А что ты влажный? Где портал? Не знаю, я в портале вроде отогрелся. Вот тут. 24 хп. Да, успею я убежать домой. Оп. Тут огонь есть. Оп-о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 п. 16 хп. Я начал хилиться. Вот, все, нормально. Живешь? Фу. Так вы же не против, если я босса сейчас еще раз засуну? А зачем? Я хочу себя поставить. А? Трофей. То есть идти типа тебе помогать, ты хочешь сказать? Ну, я сейчас яйца притащу. Я что, со своего сивака? Да. А, ну пока ты тащишь, ладно, мы успеем покопать, наверное. Ты, у меня уже все сложено. Много не выкопаете. Макс, ко мне прилетели друзья. Все как у тебя. Да, они вообще часто туда прилетают. Ребята, я нашел какую-то чертову прорву серебра. Шестьдесят четыре серебра, откуда взялось? Я первый жили, в которую мы копали, все серебро оставил просто тупо лежать. Mm-hmm. Потому что оно мне в портал уже не пускало никуда. Ну ладно, короче, никто меня не понял. Так. Ты через свой сервак оттащи в этом. Там печки заряжены, можно поставить, пока мы тут будем убивать мать, оно все переплавится. Можно отца позвать, да? Отца, да. Ну чё, вы готовы убивать или как? Идти? Я не знаю, у меня, блин... Да, я уже выставил. Стрелы возьмите только. Да нет больше стрел. Стрел а нет. Сделай хоть каких-то. У меня 21 обсидиана. Кремния и... надолбит. Чё, обсидиана. И 60 железных. Да. Ну, вот хватит. Там еще... Перьев там... нету, что ли? Регов нет. Железо. Давай, вызывай, вызывай. Обсидиана у нас нет, обсидиана. Да потому что обсидиан вот валяется, его по 5 штук копается за один клик. Где валяется? На полу он как камень выглядит. Давай, вызывай. Камнями закидаю. Не знаю. У меня как камень. Прям подписан обсидиан? Да. Я вот побегал, я уже накопал 20-ку. Вот, 34 обсидиана. Нету у него обсидиана. Так, вызывать? Да, давай. На ночь глядя босса. Окей. Ну, это твоя идея была. Я знаю. Она тебя полетит.
ракета купе, ага. Она села там. Она села. Ведь мелкого. Мелко убиваем. Было больно. А что, ты умер? Склеила? Нет. Нет, он живой. Ну, в половинку хп. Она села, что ли? Да. А она мне. А где? Зеро на крыле. Сейчас я его приду, потому что она тут не вылезла. Не застрянь только. Да, Ромик как по соточке выносит, у меня там 30 дамага. Тут же в чем прикол? Тот дамаг, который написан на оружии, ты выдаешь только когда у тебя скилл около 70. То есть вот твой реальный дамаг — это то, что в скобочках. Ай-яй-яй-яй-яй. Баф от массы костей, и она у меня вообще не бьет. Эльфийская стрельба. 20 не солидно. Ну и все. Это. Взял, Ром? Что хотел? Да. И дайте несколько этих ядер. Слез. Я... А сколько тебе дать? У меня 9. Да, дай штуки 3. Да, баф на броню хороший.
Так. Ладно, товарищи, я засыпаю. Давай. Давайте, хорошего вам вечера. Давай.